Чрезвычайные ситуации поджидают на каждом шагу, в городе, на природе и даже в собственном доме. В такие моменты только своевременные и грамотные действия помогут максимально снизить ущерб здоровью и жизни человека. В нашей программе опытные специалисты расскажут, а самое главное, покажут способы оказания первой помощи, а также поделятся советами, как подготовиться к внештатной ситуации. Меня зовут Алексей Корнев. Вы смотрите программу «СОС». Перелом конечности – это травма, которая не только лишает человека мобильности и вызывает сильную боль, но и может впоследствии оставить его инвалидом. Сегодня мы вам расскажем о правилах оказания первой помощи. Евгений, расскажите, пожалуйста, какие бывают травмы конечностей и как, собственно говоря, оказывать первую помощь при них? Основными травмами конечности можно назвать переломы и вывихи. Перелом – это нарушение целостности самих костей, а вывих – это ситуации, когда у нас нарушается целостность сустава. То есть одна кость в суставе смещается относительно другой и располагается вне того места, которое для нее предназначено. И в первом, и во втором случае необходимо зафиксировать конечность от какого-либо перемещения. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, снизить болевые ощущения для пострадавшего, и, во-вторых, для того, чтобы противодействовать негативным движениям, которые могут вызвать дальнейшие осложнения. Для этого можно использовать практически все имеющиеся подручные средства, которые мы найдем в окружающей обстановке. В нашем случае мы будем применять упаковку от различной техники для того, чтобы создать те шины, которые нам будут необходимы для фиксации конечности. Ну, давайте разыграем ситуацию, будто у нас перелом руки. В зависимости от того, что у нас пострадало, есть общее правило. Необходимо изолировать 2-3 сустава выше, ниже места перелома. При травмах кисти необходимо зафиксировать все от кончиков пальцев и изолировать лучезапястный сустав. При травме предплечья изолируется уже локтевой сустав дополнительно. При травме плеча шина должна формироваться от надплечья здоровой стороны и до кончиков пальцев. Это все необходимо зафиксировать для того, чтобы при движениях за счет сокращения мышц не происходило у нас смещение костей. Шину мы должны накладывать по той форме конечности, которая у нас есть. Мы ничего не вправляем. То есть, если перелом у нас, ну, скажем так, хозяйственно-бытовой, случайно ударились, рука болит, отекла, возможно, если это открытый перелом, то мы будем видеть рану с выглядывающими из нее костями. Если это закрытый перелом, то отечность, может быть синяк локально образовываться, конечность укорачивается за счет того, что кости повреждены. Происходит наезд, скажем так, одной кости на другую. И последний признак – это если имеется перелом, но такого ничего не заметили, может раздаваться характерный хруст в месте перелома, то есть когда кость начинает тереться о другую кость. Вот. Что нам необходимо делать? Мы формируем шину, допустим, перелом предплечья. Во-первых, понимаем, что наш пострадавший сам нам руку так держать не будет. Поэтому она аккуратно у нас лежит, и мы формируем шину. Шина должна ложиться от кончиков пальцев и дальше. Поэтому мы будем брать упаковочку побольше. А если у нас нету под руками коробок, получается, можно палки использовать? Все что угодно. Палки, баллонный ключ. Какие-то ветки, доски, можно разобрать мебель частично. То есть все, что угодно, что поможет нам в конечном итоге зафиксировать конечность. Разница в фиксации при открытом и закрытом переломе есть? Разница будет в том, что при открытом переломе мы предварительно, прежде чем накладывать шину, проведем обработку раны. Сначала обработаем рану. Но получается, мы на улице без медикаментозных средств не можем этого сделать. Почему?
Мы это можем сделать, не используя лекарственные препараты. То есть вот таким образом мы формируем вокруг руки нашу шину. Ну и нам придется воспользоваться аптечкой. То есть это, я так понимаю, нужно делать либо бинтом, либо можно оторвать кусок? Можем оторвать кусок ткани, можем использовать скотч, все что угодно. Для того, чтобы зафиксировать эту шину на конечности. И начинаем ее приматывать, фиксировать. После того, как мы зафиксировали шину, мы подвешиваем это все на косынку. Для того, чтобы сократить перемещение. Мы должны сформировать шину по форме конечности. Мы не должны сами ничего вправлять, потому что если мы будем вправлять, есть риск того, что поврежденными костями мы повредим внутренние структуры, мышцы, сухожилия, кровеносные сосуды, нервные волокна. И в дальнейшем это может стать причиной довольно-таки серьезных осложнений. Поэтому мы зафиксируем так, как есть, передадим медикам, и медики уже будут делать то, что необходимо конкретно в этой ситуации. Отличается ли методика фиксирования конечностей руки и ноги? Принцип фиксации сохраняется, то есть 2-3 смежных сустава, все происходит примерно так же. Стопа фиксируем стопу и голеностоп, голень добавляем колено. При переломе бедра добавляется у нас наложение шины с внешней стороны до подмышки, с внутренней стороны до паха. И кладем по подошве и по тыльной стороне ноги эту шину до пояса. И все это надежно фиксируем. Если мы подозреваем у пострадавшего перелом шейки бедра, то в этом случае дополнительно к шине делается вот так Т-образная перемычка, чтобы зафиксировать ногу в таком положении. При переломе шейки бедра нога выворачивается вот таким образом. Поэтому и наибольшую боль доставляют именно такие вращательные движения. Поэтому необходимо зафиксировать, чтобы исключить данный факт. И исходя из школьных уроков ОБЖ, говорят, что если подручных средств абсолютно никаких нету, можно травмированную ногу примотать к здоровой. И, то есть здоровую ногу использовать в качестве шины. Это вообще правильно? Можно ли так делать? В принципе, за неимением лучшего подойдет и худший вариант. Но это как раз таки один из худших вариантов. Почему? Дело в том, что здоровая нога у нас все равно обеспечивает при этом подвижность во всех суставах. И исключает единственный вариант, это, скажем так, вращательное движение и отведение ноги в сторону. Это будет не самый эффективный метод. Лучше все-таки найти что-нибудь из окружающей обстановки, что может помочь наложить шину именно так, как надо. Подведем итог. Для оказания первой помощи при переломе конечности необходимо зафиксировать ее в неподвижном положении. Для этого используем любые подручные материалы, которые можно использовать в качестве шины. Фиксацию производим вместе с 2-3 суставами выше или ниже травмы в том положении, в котором находится конечность. Самостоятельно вправлять вывих или перелом запрещено. Фиксируем конструкцию косынкой через шею, если травмирована рука. Использовать здоровую конечность в качестве шины нежелательно. Сегодня вы узнали правила оказания первой помощи при переломе конечности. Помните, паника – ваш главный враг в чрезвычайной ситуации. Холодная голова – залог успешных действий. Это была программа СОС. Надеемся, те навыки, которые вы изучили сегодня, в будущем вам не понадобятся. Берегите себя.